Всем добрый день, уважаемые друзья. Как я вам однажды рассказывал, в матке получился обморок после того, как ее метили и обрезали крылышко. Она стала полностью неживая. И хотел я уже выбросить ее, потому что никаких признаков она не подавала. Но после того, как я положил ее в улей, что с ней сделали пчелы, сейчас посмотрим на ее поведение и что она сейчас делает. Она осталась жива, все, но, как пишется в литературе, иногда у пчел бывает стресс. Это я впервые такое увидел. И вот последствия после того, что было с маткой, сейчас мы посмотрим вместе с вами. Итак, погнали. Так, сегодня мы качаем разнотравие и сейчас по ходу будем смотреть, где же она, что она делает. Сейчас посмотрим. Что мы увидим, вам покажем. Вот недолго мы искали. Вот видно, она ходит все как обычно. И, кстати, эта рамочка свеженькая. Вот ее мы поставили. Где она? Вот. 23 числа. Сегодня у нас 28. Они оттянули. И она засевает. Все, поднесли меду сюда вверху. Вот она ходит. Так что, видите, стресс бывает, но этот стресс могут только вылечить сами пчелы. Если бы я ее выбросил, ну, не живая полностью была, то бы уже не было бы ее. А так они восстановили в ней силы. Положил я на рамочки, и она вот ходит, как ни в чем не бывало. Вот так. Вот видно. Ну все. Вот такое коротенькое видео получилось про матку, что у нее был стресс. И вот сейчас она полностью живая, все ходит, все работает, семья полноценная, все нормально. Так что делайте выводы и не делайте дома стрессы. Дома стресс могут вылечить только ваши родные.
Всего доброго, всем пока.